have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, пойдем мы сегодня с вами в кампейн, которая совершенно случайно рифмуется с шампейн. Вторая кампейн. Если чё, так уж получилось, что... Ой, там люди на деревьях. Я еще не видел ваши комментарии. Я подумал, пока у меня есть время, я запишу немножечко наперед, поэтому я ваши комментарии к первой серии еще не видел. Я еще не знаю, как получать... юнитов, так, там эти, если чё, ну давайте, я знаю, мамонта и двух магов и камнемёт. Я просто не знаю, а некоторые из них просто убились, когда спускались, да? Блин, я своего же мамонта сейчас, если что, убью магами. Ой, это будет не очень хорошо. Блин. Не, мамонт это вообще не выход. Я видел, как он медленно замахивается этим копьем. Не-не-не, ребят, мамонт, это вообще не выход, вы чё? Я могу 10 магов сделать. Посмотрим, насколько это выход. Вот этого первого сейчас убьют вообще ни за что, смотрите. А, не, нормально. Ой, там всех перебили. Ай! Чуваку в затылок прилетело. Нет, короче, это тоже так не работает. Мне нужно... О, а что если я вот этих чуваков поставлю? Они же типа крепкие, крутые, все дела. У них нет массового урона. У противника тоже нет массового... Я их просто замесю сейчас этими. Есть такое? Ну, есть же слово замес. Замесить. Замесю. Ай. Ай. Ай! Развернитесь! Давайте последнего клабера, рубите его, пацаны! Он топором, короче, он не ударил. Он такой тыкнул топором просто в лицо. Так, тут опять будет подкрепление, да, которое... Кто это? Хей и не Хей. Давайте, ну, давайте мамонта. И давайте... Он 400 стоит. Вот два таких чувака. Кого мамонт не добьет, того дорубят вот эти ребята. Вроде без подкрепления, да? Давай, Торо! Фас! Ну, тут, да, тут это все решалось без проблем. Большая группа слабых врагов. О! О, а тут этот будет чучело... Чучело. Ну, давай вот так. И, ну, на самом деле, проверенная страта уже. Попробуем. Если не будет ничего вообще такого страшного. Ну, чтобы они собрались. Они собрались. Я их сейчас слоном стартану. И будет, в принципе, норм. Ну, хотя бы первую партию. Там чувак завис. Дружище. У него рука застряла. У него рука застряла. Такой, нет, нет, пустите, там мои дерутся, я тоже хочу. Кстати, как у нас там дела? Ну, мы явно зарешали.
Бедного чувака не пустили на войну. Кто? Я не вижу, кто. У меня 100 денег? Давайте я Клабера поставлю. Чё это? Ха! Я выиграл. Дубина зарешала. Хорошо, вы кто, ребят? Вы... хоббитцы. Много хоббитцев. Ну, дайте мне танка сюда и дайте мне, наверное, двух чифтенов. Ну и все. Кто-то утонул, кому-то досталось из-под копыта. Но это было слишком красиво. Ох, блин, он еще такой с разворота. Я не знаю, что нужно, чтобы... Очень странно. У меня 300. Не надо ничем мне тут сейчас рифмовать. Копьеметчики. А куда вы пошли? Ой, барды. Мои копьеметчики идут к бардам. Пожалуйста, не упадите, ребят. Красиво. Не подходи. Просто метнул такой. Так. Я промазал, серьезно. Я же в него целился. Убейте его, пожалуйста. Убейте. Я убил своего друга. А, ладно, он мне все равно не нравился. Он таскал у меня это завтраки из подсобки. Ты попасть не хочешь в него, например, там, я не знаю. Попасть в него, пожалуйста. Спасибо! Вылечил поясницу бедному чуваку. Блин, это была просто эпическая битва гигантов. Так, кто у нас тут? Блин, тут какие-то... Ой, шаманья понаставили. Давайте один мамонт. И второй мамонт. Вот так вот пойдем. Первый мамонт им сейчас просто все сломает, его там помесят. А второй придет и дотопчет. Это знаете, как с загадочной и догадливой девушкой. Одна придет и все загадит, а вторая придет и все догадит. По-моему, я один справился бы. Нормально. 70. Это просто дуэль клаберов, серьезно? Fight. Flawless. Loss. Почему я проиграл? Вы чё? Давайте еще раз. А вот теперь я выиграл. Mirror Match. А, типа сыграть так же. Я понял, ачивка, если что, приехала. Это забавно, это интересно. Что-то им там дофига что понаставили. Ага, ага. 3800. Я думаю, что я поставлю мамонта.
и трех чифтонов. Четырех. Отлично. Меня вполне устраивает. Давайте, собирайтесь. Главное, кучника, кучника, собирайтесь. Надо было просто толпу чифтонов поставить. Серьезно? Нет! Смотрите, как красиво они разлетаются. Ой, там еще чифтоны живые остались. Нормально, да, замесили. Не так эффектно, как мне этого хотелось бы, но норм. Так, ребят. Ну, ребят, ну как? И без мамонта. Ну вы серьезно? Три чифтона. Два метателя. Минус два! Нет, минус фиг. Нет! Нет! Гаси! Гаси! Их мало так осталось. Так, хорошо. А Bone Mage 3... А, Bone Mage 300 стоит? Серьезно? Значит... Раз, два... Три... Один чифтон, чтобы просто всех добить. И 200 остается, я могу одного метателя. Метатель на самом деле такой себе. Я на 80 могу еще одного баклера поставить. Давайте попробуем так. Нет. Я видел это отчаяние. Давайте еще раз попробуем. Но только в этот раз я буду контролировать. Ну как контролировать? Сделаю вид. В этот раз гораздо хуже вышло. Так, убираем центрального. Я могу... Сколько чифтон? 400 стоит. Угу, ясно. Ставим просто еще одного чифтона сюда. Блин. Мне бы сейчас еще одного мага. Да. Сложно. Сложно, ничего не скажу. Просто как приманку. Да, вот так! Просто всех собрать в одну точку и шипами их расфигачить, и все, нормально. Так это работает. Крутяк, мне понравилось. Вы кто такие? Я вас не звал. Так, ну и как бы пробуем нашу обычную страту. Этот звук стучания молотка по черепушке, знаете... Ой, блин, минус мамонт. Не прыгайте! Мы выиграли? Я чуть немножко удивлен. Я на секунду подумал, что у нас тут все. Чувак с вилами. Против... против щитовика, давай. Ты не пройдешь! Блин, зачем ты меня тыкнул? Давай еще раз. Получил ачивку Peacemaker. То есть я никого не убил за раунд, но при этом выиграл. Чувак упал и подвернул себе ногу. Ну, тут... Косари. Ну, как бы, ладно.
Че, сразу минус слон, что ли? Или его просто тушей придавило? Погоди. Блин, они его убили сходу. Ёлки. Ну да, ладно. На самом деле я и думал, что слоны тут не сработают. Ой, там здоровый такой чувак с дубиной. Он упал! Он просто потерял равновесие и упал. Бедный. Блин! Они выдерживают залп! Ясно. А, стойте! Стоп! Так у меня дофига денег, а чё это я в самом-то деле? И вот сюда вот этих вот... Чё я взял только трех магов? Вот это странно сейчас было. Я тут могу вообще мировое войско построить. Три мага костяных. Я вас тапками закидаю сейчас вообще. Ясно, это было глупо по нескольким причинам. Во-первых, костяные маги должны идти волнами. Пробуем вот так. Просто костяных магов в размен. Заряжайте скорее, пожалуйста. Нет, не так. Нужно, значит... Попробуем вот так. Им не хватает урона. Но выстрелить еще... Очень медленная перезарядка. Просто чертовски медленная перезарядка. Нафиг. Давайте, натыкивайте этих ежиков. О, по-моему, рабочая острота. Нормально. Если мазать не будут. Племя дикарей такое, тумба-юмба. Супер. И... А почему вы... На моей территории? Алло. Так нельзя. Гоплиты. Так, ну и чифтаны. Давай, хыдыщ! Сейчас просто придут эти чифтаны и всех доварят. А, не, нормально, мамонт справился. Главное было, чтобы пока они не разбежались. О, копейщик. Ой, блин. 120. Ну, мне предлагают метателя, да? Копье метательное против копья убойного. Метательное справилось. Итак. Ой, там король. Блин. Короче, ладно, слон. Ну и чифтаны. Там еще 200, кстати, осталось. Давай, сходу. Па!
месиво на мосту! Сбрось короля к черту! Черт. Ёлки! Король затащил, прикиньте. Давайте еще раз попробуем. Многие утонули, мне это нравится. Выкинь, выкинь короля нафиг! Блин, король реально зарешал. А если... За короля! Короче, да, это работает. Вместе с магами пошел. Не бей моего слона! Утони, тварь! Утони! Он бьет слона! Так нельзя, нельзя бить слона! Чертов король! Так, 300. Не туда, в этого. Да блин, если б ты стрелял еще по-человечески. Есть! Нет, уйди от меня! Нет! Я жить хочу! Ну, давайте вот так. Первую волну снимают эти ребята. Вторую волну снимают вот эти ребята. Все, остается только король. Если слон его сейчас сам затопчет, я вообще не знаю, что... Нет, блин, он еще и наших топчет. Хардбирден, бей его! Да! Затащили короля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Куча хиллеров. Ну, типа... Раз, два, три. Ну все. Да, это все. Это был... Главное быстренько было рыцаря замочить. Нет, чертовы медведи, я вас ненавижу. Твари, еще и король! Еще... Вы чё? Нельзя так поступать. Какие медведи, какой король? Ha 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 ha!
Стойте! Вот это у тебя перезарядка 3 года просто. Ой, я еще не про... А, я проиграл. На самом деле это было не так плохо, как могло бы показаться. Давайте устроим копьетык. Ну блин, они с этой массовой атакой, смотрите, сколько копий ушли просто в никуда. На самом деле не самый плохой результат. На самом деле не самый плохой результат. Ну нет, костяные маги тут не помогут. Они хорошо идут по толпе, но они плохо идут против... Попробуем, пусть слон затанчит. Ну первая партия копий вообще в никуда пошла. И все в слона. Кидай. У чувака маленькая голова. Была. Ну, слон не заслонил с собой, да, как там? Вообще в никуда! Вообще! Смотрите, у них даже трупов не было. Ай, ну начинается. Нет, ну в прошлый раз с медведями была проблема. Попробуем пехотой. Кто знает. Не, погодите. Так это не годится. Попробуем из этих ребят создать отвлекающий момент. Давайте! Я хотел сказать, как раз короля убили, еще и медведю прилетело. Но это прям сложно. Вот ребят с медведями, они прям сложные. Мечник. Ну, щитовика против мечника, что я поставлю. Давайте пробуем. Может, он тоже упадет, ногу подвернет. Да, так и есть. Я его спихнул. Кто вы? Барды? Давайте порастреливаем вас, чего уж тут. А вы деретесь, нет? Барды? Или у нас тут просто массовый расстрел сейчас? А зачем эти уровни с бардами? Ну вот, их осталось двое. Давайте, хоп-хоп. Минус. Увернулся. Увернулся от трех копий, прежде чем ему прилетело. Так что вообще молодец, чувак, красавчик.
катапульты? Вы серьезно? Максимально разбросанные маленькие цели. Кидайте скорее! Есть. Четыре осталось. О, одна перевернулась. Две осталось. Ну! Есть. Нормально. Сработало. А! В пещере. Это я помню. А кто там в пещере? Я не помню. Давайте я два мамонта сюда выставлю. И поставлю парочку чифтонов. И поставлю парочку копьеметов. Там слон внутрь пошел просто безобразничать. Прикиньте, если слоновый... Ай, блин, они своего же слона бьют. Слоновый туши завалит дорогу. Да, мы победили. Просто затоптали их в пещере нормально. Кто на этот раз... Гоплит, и у меня 180. Вряд ли этот. Ну, давай попробуем. Да, вряд ли этот. Да ну пофиг тогда. Давайте щитовика. Они просто падают и умирают. Они падают и умирают. Я ничего не могу с этим сделать. Фиг ли у меня в тылу? Почему противник может ставить... Так, 4. Ну, мамонта вам сюда. И чифтонов сюда. Блин, там рыцари просто чертово горища. У тебя чардж остался еще? Да. Но его может быть мало, этого чарджа. Неплохо. Не, ну мамонт хорошая штука. Разносит прям только так. Четыре мамонта мне предлагают, да? Четыре мамонта. Я могу поставить только 3. И камнебросателей. Ну, давайте попробуем. Они застряли. Они застряли. И там, и тут. Где? Давайте отбейте ему задницу камнями. Блин, моего мамонта убили, если чё. Чисто теоретически... Но они ж пойдут убиваться сейчас. Самоубийцы фиговы.
Куда ты кинул? Чуваку просто в задницу стрелы прилетают. А, он уже мертвый. Что, последний остался? Серьезно? Там наш чувак, он еще живой или нет, интересно? Да, вон у нас там чувак еще живой остался. Я слишком высоко кидаю. Хотя точка прицела находится там, но кидает он слишком высоко. Блин. Ну, чисто теоретически я могу так выиграть. Я хочу, чтобы он ближе подошел. Я последний, кто остался из наших, да? Наверное, да. Мимо. Я хочу, чтобы он подошел. Есть, попал. Давай долбанись головой об эту стенку еще раз. Еще раз попал. Ну, это так выигрывается, я ничего не знаю. Мне дали возможность управлять, я управляю. Вот так. Три копья в него осталось воткнуть. Как один человек затыкал... все. Так, знаете, что нужно сделать? Не угадаете. Спровоцировать их упасть и разбиться. Минус. Incoming! Выше надо. А, нормально, оно само себя убило. Хорошо, наши приключения продолжаются. Фига себе! Это сейчас было коварно. А сколько у меня? 250 денег. Он просто прилетает, серьезно. А как? Ладно, я понял. 250. Да как? Хорошо. Давайте вместо последнего я Клабера поставлю. Да как тебя там поставить-то? А как? Они просто сами все, мои чуваки реально сами все попадали. И все хорошо. Так, собственно, ладно. Минутку. Не думал, что у меня будут проблемы такого плана. Фига себе, он разматывает просто вообще жесть.
Давайте, месите его! Да, наконец-то. Просто щитами затыкали. Так. У нас... О, эти подружки-веселушки, да? У меня 7500. Да. А против них нужны тяжелые юниты, наверное. Я не вижу, где мусорка. Нормально. Маги разобрались с одним. Все, затоптали. Кто? Рыцари. 5000. Можете попадать и утонуть, пожалуйста? Ну, по крайней мере, парочка из них заблудились там в этих... Рыцарь крепкий, ребята. Скинь его! Нет, не слона! У меня слон был еще живой, если что. Так. Ну, дофига чифтонов. Очевидно, наверное. Не знаю, не уверен сейчас. Слон чисто как танк. Просто чтобы чифтаны могли подойти со спины и накидать. Кто тут еще? Тут есть еще живой. Блин, остался один слон и один чифтан. Где ты? А, вон он, упырь. Утони! Вот так. Хорошо. Ну, как бы тут слон. И... Чифтаны! Хотя бы три. Сейчас посмотрим. Кучкуйтесь, кучкуйтесь, ребят. Надо собраться. Ба! Ну все, собственно, победа. Просто слон всех растоптал. Так, кто на этот раз? Шаман. Попали бы, наверное, а, ребят? Молодец. Ну, я думаю, ответ понятен. Только надо, чтобы они еще больше скучковались, поэтому... Поехали! Во-о-о! Хотя могло быть еще лучше, если поставить его дальше. Неплохо так задней лапой топанул. Да. Это решается довольно просто. Кто вы такие? О, тут эти змеи-лучники, эти лучники и еще лучники. Так, 100 остается.
Ну, собственно, и все. Да ёшки-матрёшки, гоплиты-гоплиты. Вообще кинул как-то лево. Не попал. Слоновий дрифт, блин. Это было сейчас красиво прям. Но я думаю, мы зарешали. А, вон остались ребята, стой. Прилетело. Ого, ого! Меня слон убивает. Да, ясно. Спустился чувак, поздоровался с хоботом. Ни разу не попали. Нормально. Мамонты на деревьях. Это что-то новенькое. Такого еще не было. Пять штук. Пять это дофига. Но они большие. Минус 3. Один в дереве запутался. Вот этого надо завалить побыстрее. Есть. Ну, чувак запутался в дереве. Все, ему хана. Вот это копье сейчас прилетит. Да, и все. Погодите, а сколько там еще осталось? Что-то мы играем, играем, оно бесконечное и бесконечное. Кампейн, вторая. Ого! Оно огромное, ребят. Я думал, что мы это сможем пройти за раз. Не, за раз мы это тогда не сможем пройти. Давайте тогда здесь остановимся. В следующий раз как раз и закончим. Тут 6 чертовых страниц. Я думал, что мы будем успевать за... одну серию по одному разу, но как-то нет. Поэтому пока что все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодышек. Всем покеда.